Всем привет, с вами Пенни Пресс. И сегодня у нас новый выпуск по Изи Дропу. Сегодня снова будем крутить черпакейсы. Мне, конечно, в комментариях там уже писали, что черпакейс вообще никому не интересно. Нахера ты это делаешь там, да? То есть, ну, во-первых, я это делаю для того, чтобы удовлетворить свою потребность в азарте. Ну, а параллельно записываю видосы. А интересно это или нет, ну, зрители решают сами. Вот, в общем, сегодня мы на Изи Дропе. Давайте на полноэкраново развернем. Сегодня у нас среда. Первых два дня были окупных, поэтому сегодня у меня должен быть слив. То есть у меня сегодня должен быть слив. Посмотрим, как на самом деле все произойдет. В общем, начинаем с фрикейса разминаться, да? Смотрим, что дают фрикейс. Ну, три грозы, если даст, это норма. То есть если даст три грозы, то это нормалды. Вот, первая гроза прилетела. Окей. Рубль 25, все нормально. Сегодня должен быть сливной ролик. Поэтому, как бы, на окуп я не рассчитываю его. Вот что хотел сказать, не рассчитываю на окуп. А вот мне интересно, вот мне гроза за 5 сотен падала, а вот ни один осадок за 5 сотен мне еще не падал. Как интересно это все будет дальше? Как? Так, подожди, мне же тут с бонусных этих, я тут апгрейды бонусные сделал, выпало два каких-то дропа. А что я с ними могу сделать? Продать я их не могу, да? А куда я их могу использовать только? А, это продано. А это куда я могу использовать? А, только в апгрейды могу использовать. Ну, 20 рублевика для апгрейда есть, нормально. В общем, не меняем традиций, ничего не делаем. Открываем случайно засекреченный один раз. В надежде, что сегодня выпадет янтарный градиент револьвер. В надежде, просто надеюсь на то, что выпадет янтарный... Так. Но нет, выпало Shadow Graph. Shadow выпало. Так, давай мы сейчас два апгрейда тогда сразу вот этих вот по 10% сделаем. Вчера там залетело, говорит, сегодня не должно. Сегодня слив, поэтому... Что тут? Там, что тут пытаться-то вообще? Сегодня сливной ролик у нас. Как бы я знаю, что сегодня должен быть слив, потому что третий день он, то есть он должен меня слить потом. Четверг-пятницу он снова дает. Вот. Четверг-пятницу он снова дает. Так, а что сегодня вообще я вытащил? Доступный для продажи. Что у меня тут? Ну, вот этих я два... Ну, как бы вот эти два скина, это уже не слив. То есть это уже отбил я бабки. Вот, тут как раз 250, то есть с небольшим там даже плюсиком. Вот, это уже не слив, поэтому... Что тут скажешь? Ну, шерпакейсы должны... Блин, надо же было по два крутить. Зря я три крутанул, надо было по два крутить. Сейчас надо переключаться будет на два. Глубокий рельеф. Так, да, мы это продаем, переключаемся на два и по два. Слушай, вот этот никто не может до сих пор побить янтарный градиент. Уже давно тут висит. А, вы же не видите там лайфленту, да, вот. Вот там янтарный градиент, и он давно висит там. Никто его не может это выбить. Ну, с начала ролика уже висит, а точнее уже 3 минуты. Точнее уже висит 3 минуты. А может быть и больше. Ну, нет, тут нормально, все нормально, все по плану. Сегодня, ну как слив, тут даже, в принципе, сливом-то это и не назовешь, потому что... Я бабки свои отбил, поэтому это сливом уже не назвать. Как же ты меня дрочишь, то вот это древнее видение. Я прям вот хочу, чтобы ты выпал. Древнее видение. Но ты не хочешь мне никак выпадать. Ты мне никак не хочешь выпадать. Мне там в ролике написали, говорит, продавай грозу, не делай глупости, опомнись, что ты делаешь, продай грозу. Она не стоит этих бабок.
Глупец там, да? Я такой. Все понятно. Ну, по-моему, слив. А, нет, еще. Еще на один есть. Вот, и... Ну, я уже дважды продавал, я понимаете. Я хочу просто посмотреть на эту грозу за 5 сотен. Что это за такое чудо? 2,27. Так, а что мы можем тут такого продать, чтобы можно было бы еще что-нибудь покрутить? Подожди, а это я что? А почему я этот-то не продал, ёптать? Это я как я умудрился вот это не продать? Аж на 8 рублей тут скинов у меня. Как я их умудрился не продать? Ну тут-то такие-то все дороже 40-то. Это те скинчики, которые для контракта у меня пойдут. Ну, еще, значит, одну попытку делаем на ширпе. И все, самый короткий ролик, наверное, сегодня. Ну, может быть, не самый короткий. Но ролик, да. Слушай, ну почти, да, то есть этот. Все, почти, почти. Ну тут нет, нечего больше продать. При кейсе все открыты, продать здесь больше нечего. Нет, ну продать, конечно, тут есть что продать. Сколько? На 3500, да, то есть вот. Ну, 250 рублей. Продать тут есть что. Ну, я не хочу это просто продавать. Не хочу. Ну, сегодня, по крайней мере, я не хочу это продавать. Поэтому, ну... Вроде и не слились, ну и не окупились там, да, ничего сочного такого и не выпало там, да. В общем, на этом, ребята, сегодня все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока, до новых встреч.